Вероятно, люди в ту эпоху вовсе разучились читать и писать. Артефакты дисплейного века. Хочешь узнать больше о 60-минутной войне? Тогда за мной. Погоди минутку. Удивительно. Когда-то поверхность была такой? В 21 веке. Ага. Все было иначе. Ну еще бы, это ведь до того, как земную кору разорвало на тысячи кусочков. Смотри, какая штука. Неужели сам сделал? Да, насобирал из разных артефактов. С системой питания пришлось повозиться, но... К счастью, у меня есть замечательный помощник Мэтью. Он размялся и готов работать. Смотри, вот что я хотел тебе показать. Квантовое энергетическое оружие. Десятки взрывов по всей планете.